Чирышский район атакуют медведи и лисы. Диких зверей стали замечать уже в километре от жилых домов и школы. Пока из людей никто не пострадал, зато животные стремительно поедают домашний скот. Коров, лошадей, овец, свиней, кур. Медведи разоряют пасеки. И это уже не первый набег диких зверей на район. Всю осень в села заглядывают голодные животные. Были факты, когда уже медведь в поселке Синтелек был, который близко подходил к домашним животным. То есть, если он уже попробовал ближе к населенному пункту подойти, то уже возможно того, что он и близко к народу подойдет, к людям. Лесничие местные жители говорят, что проблема возникла после того, как местное охотоугодие взял в аренду московский предприниматель. Он резко повысил стоимость лицензии на охоту. Отстреливать животных некому. В итоге зверей в лесу стало больше, а вот кормовой базы не хватает. Из-за того, что медведи не нагуляли жир, отмечают специалисты, они до сих пор не ушли в спячку.